Ужин, ребяток. Сегодня у нас говядина, лаваш, селезенка и рубец. Ну, яичко у каждого. Вот такие красивые вкусные мисочки. Буду то же самое, только без яичка. Ты готов? Пойдем. Можно? Ай, как вкусно. Ты ждешь? Давай тебе. Ой, Юла моя. Да. Сейчас честь. Лупай, давай. Все ждут за дверьми. Детский талисман. В прихожке старшая. Честь здесь на кухне. Все ждут. Лилу. Все сметает. Все у нее быстро. Кто спрашивал, я даю все в сыром виде. Ничего не ошпариваю, ни Лилу, ни старшего, естественно. Все? Молодец. Умница. У тебя как там дела? Ну, почти все съел. Из миски можно сегодня пожевать только лаваш. Все остальное мягкое. Умничка моя. Да. Кушай. Пылесос, ты что все собираешь? Ты съела все. Иди садись на этот, на диван. Иди залезай. Давай. Давай. Сама прыгай. Прыгай. Давай. Нет. Прыгай. Давай, Лилу. Давай. А вода. Молодец. Всю трешку. Ой, ты моя умница. Ты умница. Все слопал. Да, все. Слюни допускает. Он наш пузыри. Ждем. Далее. Можно. Очень хотел сорваться ребенок. Начать без разрешения лопать. Сейчас старшие, вы следующие, как всегда. Ой, как вкусно. Сегодня подстригли когти маленькими. Один, конечно, резанул ему сильно, кровь текла. Но марганцовкой все быстренько остановил. Все хорошо. Да, лаваш надо пожевать. Трой, ну сейчас, подожди. Как не нравится всем ждать. Тихо. Господи. Ой, скоростные мои, скоростные. Пришли. Да, вам там остались две миски. Сейчас поставлю им, потом снимать буду, да? Тортик ждем. Ждем. Титан, ждем. Можно. Здесь пошел кошек кормить. Для старших. Тортик, все. Доедай. Чуть-чуть осталось. Молодец.